На Пролетарском 6А, где располагается Щелковский центр творческого развития и гуманитарного образования «Романтик», собрались учителя, школьники, почетные гости. На здании центра при входе в него в честь Станислава Шацкого и Ричарда Соколова установили памятные доски. Это сделали здесь, потому что педагоги-новаторы, занимаясь развитием системы дополнительного образования, работали именно на Щелковской земле. В 1905 году Станислав Теофилович открыл здесь первую в России экспериментальную коммуну для детей рабочих, которая положила начало летним лагерям по всей стране. Ричард Валентинович более 50 лет занимался и школьным, и внешкольным воспитанием. Под его руководством в нашем городе с 1968 по 1970 год действовал подростковый клуб «Орион». Они – авторы ряда научных трудов в сфере образования и воспитания, и то, что мемориальные доски висят рядом, еще и свидетельство общности взглядов педагогов. Ричард Соколов считал себя продолжателем дела Станислава Шацкого, называл себя его учеником. Вот такие мыслители, как Станислав Теофилович, они думали, педагоги, о том, как воспитывать, как развивать детей. И сейчас их дело в Щелковском районе продолжается. Точно так же, как летние лагеря, такие отдыха и работа. Вот я, например, сама ездила в такие лагеря, которые создавались в том числе Ричардом Валентиновичем. Гордимся теми традициями, которые были заложены педагогами. На сегодняшний день еще раз подтвержу, что та система дополнительного образования детей, которая была заложена этими выдающимися людьми, она работает, она является лучшей в Московской области. На открытие памятных досок приехали родные и близкие Ричарда Соколова, который ушел из жизни в этом году. Они не скрывали своего волнения. Для меня это было настолько неожиданно и радостно, что в год волонтера, в год 140-летия Шацкого, в год 75-летия Ричарда Валентиновича память об этих людях не забыта. Мы живы, пока нас помнят. Вот. И здесь вот передается такая эстафета будущему поколению. Андрей Цеханович, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».